Вы знаете, если бы был рецепт, как ее поймать, наверное, все бы были бы художниками, все занимались бы творческими профессиями. Но могу сказать, что кого-то она посещает, кого-то она вообще не посещает, но поймать ее очень трудно. И у меня бывали такие периоды, когда я годами не бралась вообще ни за краски, ни за кисти, не могла. Вот. И в какой-то момент это какое-то внутреннее чувство, когда ты вот, ну, я не знаю, у тебя нет сна, и это тебя поднимает, что называется, с кровати. Неважно, это может быть утром рано, это может быть поздно ночью. Это, ну, как правило, в основном это происходит не в дневное время, когда ты там в заботах каких-то, в делах. Вот. У меня потому что бывали такие случаи, когда я могла встать в 5 утра и понимала, что вот меня, как сказать по-русски, я не знаю, штырит. Вот. И это невозможно унять. А иногда ты хочешь, ты даже пробуешь садиться и писать. Неважно, там сценарий ты пишешь, или там книгу, или картину. А не идет. Вот не идет. Так же, кстати, бывает и на репетиции. Бывает, вот ты приходишь на репетицию, а вот, ну, не идет. Ты вот вроде бы и то же самое делаешь, и понимаешь все умом и разумом. Но такие моменты бывают.